Я любимому актеру, смотрите, я влюблена в ваш талант. Просьба не озвучивать фамилию на видео. Валентина. Спасибо, Валентина, огромное. Такой букет роз мне прислали. Спасибо огромное. Смотрите, вообще классно. Такие гримерки у нас классные с туалетами. Совсем спасибо, Валентина, вам огромное. Очень-очень приятно. Сейчас там выяснить где-то дарят цветы. Ага. Валентина подарила. Много. У меня ще ті з літучої миші. А в мене ще стоять дуже. Так, добре, я побігу, бо буду одягатися весь. Какую? А де вона? Вот смотри, он сюда встал. Ага, она в розетку надо включиться. Надо, ну его сначала вот я... А где там кнопка? Потом он открыл вот эту хрень, крышку. Залазить сюда, да? Ага. Нет, верхнюю, верхнюю. Вот эту он открыл. Я тут? Ага, все. Отключи, молодец. Да. Вторую, да? Да. Вторую, если что, я заметил. Там одна кнопка, да, там все. Он включить. Все, даже невыносимо. Пошло, о, пошло. Да. Спасибо. А, то не маза. Что, если что, с розетки вырубайте его еще. Да ничего, да, просто, ну потом, если что, я включу. Боже, пришла Наташа, приехала с Днепра, боже. И привезла кушать. Це вообще, Наташа. Це вообще. Целая торба еды, ну ты даешь. Сейчас, хорошо, хорошо. Я снимать не буду. Ага. А делается, делается. Леся тут, нема? Леся, иди, Наташа приехала. Да иди сюда, она у меня. Я уже забрал, да, костюм. Мне надо туфли. Нет, не забрал, я не нашел. Я не искал. Так, где-то красивые такие туфли. Самые красивые выбирать. Да, по-моему, вот это они. Да, да, да. Самые красивые. Спасибо, спасибо. Скажите мне еще, пожалуйста, вы переодеваете? Это вы снимаете? Да, да. Вы так сразу раз прикрылись. Не надо прикрываться. Что? Переодевание, по поводу переодевания. Я, нет, я не переодеваюсь. Я в одном костюме до конца. Все, я сегодня спросил, да, она говорит, не надо. Говорит, чтобы... Леся вот там вот, на последней. Это да. Вот это красивенький свитер. Да, да, это будет мой один единственный. Да, да, убирать, да. Наташа привезла еду, ну это капец. Ребята. Ой, мне такие крутые туфли мне купили. Это вообще. Вот это Вита Росси в магазине. Представляете? Директор купил новые туфли для Тони. Ага. Наташа, дивись, какие Вита Росси мне купили туфли. Обалденные. Да, красивые. Я бы же, вы холодные, вы сейчас чуть-чуть? Ну, мы чуть-чуть кушали, ну... Ну, я ж попросила, чтобы вы не кушали. Ой, хай бог милый. Наташа, что там? Я же на диете, ты знаешь. Да, я же специально приготовила, я тоже. Вот, это красиво. Так, шелк, да? Вот. Давай я помогу, давай, давай. Я специально. Ага. Боже, тут ты, боже, что тут тебе? Не-не-не, все хорошо. Просто все порезано. И боже мой, это вообще... Я же думаю, это же вы голодная, пока доехала. Так... А чем ты ехала? Маршруткой. Из Запорожья, из Днепра? Да, только я встала умница на проспекте Металлургов, потому что я не знала, знаю да. город, и тут быстренько. А, ты знаешь. Вообще не рассчитывала, что 2 часа, я думала, меньше едет. То 2 часа едет. Да, 2 часа едет. А вы отрепетировали уже? Отрепетировали мокрые, как не, чехи. Ну, я таки поняла. Я таки поняла. Что вы мокрый. Горох. Горох. Угощайся, ну, Наташа. Сейчас, да, ну чего, авокадо да, он там. Готовила, ну так а что? Готовила, чтобы горохом угощать. Так, Олеся нет. крутится, да, она сюда придет? Сюда, да. Нет, уже, ну, добре. Так, ну я буду одеваться, Наташа, давай, я не стесняюсь, нет, поэтому. Я не стесняюсь, добре. На Доб... камеру, конечно, не видно. Отлично, я люблю, чтобы... Боже, Наташа, Наташа, что тут такое? Что это? Все, все хорошо. Диета, диета, шпинат. Диета, а я шпинат. Тебе шок. Шпинат, это что, картошечка? О, ну куда ты икру еще, Наташа? Ты что, ну, что какой смысл картошки? Диетическая бывает. Ну ты что, ну зачем ты столько денег тратишь, Наташа? Ну это вообще, ну это немыслимо. По какой акции? Ну это ж не бесплатно. В Ларусе копейки там стоят, во-первых. Во-вторых, ну... 100% диета это икра, потому что там только белок и жир, и все. Мне так нормально, вот это жир. Да, ну
Ой, Ляня, я расслаблюсь. Ой, ну, матер Божья. Ты специально дуешься, нет? Не дуюсь. Дуешься. Нет. Дуюсь вот. Оно не дуется. У меня вот этого спрашивать нельзя, потому что у меня настолько субъективное к тебе отношение. Это заправлять? Даже если ты будешь вот такой, я буду говорить, ты что, вот самый красивый. Мне нельзя, где спрашивай меня. Наташа, это заправлять? Наверное. Леся, как тебя учила, чтобы там все было видно? И с воротник такой здоровый. Вот, чтобы там было все видно, да? Чтобы было все видно. И яйца, огурцы, мясо, не, боже. Мясо к этому. Мясо вареное. Ну, что это? Ужас, вареное, Наташа. Мясо, специально индейка. Чтобы все... Лаваш. О, это вообще. Да. Да. Наташа, я не знаю, тебе надо памятник ставить. Не тут. Надо, не памятник, на проспекте. Надо Лесю вытягивать, да, надо гримироваться 3 часа. 3 часа. О, Саша, то. Я не понял. Тут поляна. Привет, я всех приветствую, да. Капец, да. И это, смотри. Так, давай. Леся, смотри. Давайте. А что я, чтобы зрение без предыдущего? А я? Конечно. Вот всех угощайте, давайте. Сейчас на ней залезну плясать. Ну, здрасте. Так, берите один мясо. Константин Михайлович едет. Да ты что? Так, это мясо. Самвел индейка, Леся, тебе... Это слабая... А где индейка? Это тебе, Леся, слабая подовая левой руки. Сама она знает свой анекдот, а я ему рассказываю. Что, прикалывай? Я не могу на камеру. Слабая подобие левой руки, моцарелла, ага. Это и корку. Ты знаешь, да? Знаешь? Я догадался. А, да, и корку. Я тоже не хочу. Ты скажи мне... Можно, Наташа? Ты скажи мне, иди тебе за лекарствами. Если ты еще будешь, я это, пока пойдут, воспользуюсь твоим отсутствием. А куда ты идешь? Куда ты идешь? На грим сяду. А, нет. А я не знаю. И мне же надо тебе рассказать, что должна за мобильник. За мобильник должна рассказать. Я сейчас, скажи. Капец. Шо? Наташа, ну... Вот, подожди. Боже, а ты что, прям яйца почищу? Я для этого, для икры. Чтоб ты хлеб не ела с икрой. Ну что, миллионер, я напомню? Нет, это... Это же у вас очень дорого все. Я беру вот это... Индейка, да, я вижу. О, Наташа, спасибо. Возьми, пожалуйста, икорки чуть-чуть, самолечки. Ну, вам же надо приехать с яйцом. На яйцо. Вот так прямо на яйцо. Яйцо намазывай. И вот, на. А вот. А сейчас, знаете, вы пропустили еще вообще, где там куча сцену говорили. Тогда поешьте. Ой, куча зелени. Тоже ж. Все тебе. Тоже ж. Можно же икра с яйцом без хлеба? С яйцом без хлеба. Я же говорю, это диета. Яйцо, икра, сплошные белки, чуть-чуть жира и все. Да, как раз то, что надо. Ежедневный завтрак. А где будет свадьба? Зелени там, шпинат, я это беру. Я не хочу вообще. Я еле доехала, во-первых, меня раздражает машинка такая. Это у вас так жарко? Да, я понятно. У нас ужасно. У нас кондишн есть. А, нет. Пойдем ко мне. Потом я все туда. Там девочка. Ну да, там девочка. Там не вино. Чего будете до того и после того? До того мы. До того я живем, до того не. Это моцарелла. Так, я уже наелся. Хорошо, еще... Не-не-не. Нет. Не-не-не, моцареллу, кажется, нельзя. Да, это просто творог с зеленью. Ты что думаешь, я моцареллу? Нет. Творог с йогуртом. Наелся. Раньше пили яйца, а то и по половинке съели. Да, ну давай. Точно? На. Сразу вдох. Потому что где-то два так, а где-то один. Кошмар. Да? Конечно. Потому что жарко есть. На море чай, там один тогда. Там я запомнил, сколько. Я ехала, мне смеяться хотелось уже. На шутки я начала сама себе смеяться. Леся, что у меня с воротником? Посмотри на меня. Очень плохо. Нет, выпей. Страшно. Это ужасно. Там поправка. И только там не пьют. А там два будет, да? В финале два. Финальные два. Да, и штаны так хорошо, сыночка. Так нормально, жакет, смотри, я похудел, да, для него? Да. Ты ж видишь, что? Вот я тебе говорю, что я буду на тебя смотреть. Мои туфли шикарные, руководство купило театра, глянь, такие туфли. Это сколько они, 4 тысячи почти? Леся выбирала. Леся выбирала. Почти 4 тысячи стоили со скидкой 2 с чем-то тысячи. Цвет такой, вещь, скидка, как называется? Скидка 50% нашла Леся. Видишь, конечно, Леся. Кто еще? Шикарные туфли. Витарус, директор сказал, что кто не должен быть в красивых туфлях. Я не понял, ты что в голубых носках? Леся, у меня нема других. А тебя сейчас убью! А что надо было? Я полгорода обошла.
пошла ты без туфлей. А какие? Белые надо было. Да какие белые? В тон этих штанин берутся черные. Они короткие, они утонут в туфлях. Что короткие? Где короткие? Не, носки короткие. С собой капроновые. Они черные. Утонут в туфлях. Понимаешь? Я не знаю. Капроновые черные дать ему? Или да нет. Некрасиво? А что? А я кисю капроновые. Ну так как чул, какая разница? Да, я не поняла, як? Леся. Что, их сильно видно? Их не видно вообще. Ну, да я не видно, то же вам видно. И что делать? Подожди, дай я тебе... Да нормально, он же венский этот самый. А где? Леся, ну что, серьезно плохо? Боже, мне надо же дитину знает, какие носки до чего вдевать. Ну ладно, не критикуй. Начинается. Ну что, это совсем плохо? Посмотри. Ну, может и неплохо, но на сцену нельзя. Голубые носки... Ну, самочка, это... Да які капронові, Наташа, ну ты что, еще колготки паришь свои. Нормально. Трусы еще стринги меня здесь. Нет, у меня нет ничего. Давай, ну нормально. Да ну что это будет? А если это будет Леся? Нормально, давай. Давай, одевай. Да ну вы что, издеваетесь? Да, мы что, издеваемся, давай. На тогда. Одевай. Хочешь, я пришла робити прическу? Одевай. У меня и белые есть. Колготки. Ну что это? Наташа, ну что это? А что? Давай, проститутка 90-х. Что, хоть краще будет, чем голубые носки? Конечно, боже мой. До бордовых туфель. Давай. Купишь мне 4 пары. Боже, это вообще... 4 пары. Давай. Та натяни нормально. Уже смешно, нормально. Ну, Рань, конечно, ну что? Ну, як проститутка. Да ты что это мужчины носят? Да где так и ты видела? Ты что? Нормально, Самел, это красиво. Да, в Европе видели. Боже мой. Да, нормально. Давай, ну лучше. Вони как раз не темно-черные. Да, да, ну что это такое? Это проститутка. А ты и так проститутка. Да, ну что хочешь. Прямо там, не привитка тебе. Все. А с работы хуже проститутка. Да. Успокойся. Не привыкать тобі. Спасибо, Наташа. А де вторая туфля, Леся? Ні, ось вона. Я на нервах починаю жерти, понимаєш? Ну я ж знаю, я ж... Я ж мама такого, я ж знаю ваші... Ой, Боже. Ні, ну, це, звісно, так-то много. Ничего рассчитать. А ты что, курятину, ты индюшатину рачишь? Ну я самбельчику индюшатину, себе курятину, тебе, ты что хочешь? Хоть надо было ложку сюда взять. Царапай туфли. Ну не царапай, мне сразу танцевать шикарно. Надо и то, и давай, то, ну как. Завязывай. Все, пока. Классные туфли вообще, конечно, обалденные. Вообще. Ну эти колготки, конечно. Я покажу, как снимать, потому что мы сейчас с Сабелла обслужим. Это ужас. Обслужим, а потом... Ну глянь, что это. Нормально. Я пришла. Я все, сейчас должна смотри, прийти. Смотри, увидимся, давай, Лиза. Давай, завязывай. Одевайся, я... Ты анимал, Саша? Да! 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 Так распевается иногда. Так, все, сейчас начало. Сейчас начало. Все трепещет. Боже, Алина, боже! Какой экстаз должен быть. А теперь... Вот туда, зайди вот туда. Вот, вот туда? Ну, вот вот туда вот. Ты, ну, ты суме... Нет, я хотел, чтобы он здесь. И, нет, давай ты сюда, она ниже. А давай. Ты туда. Привет. Я, знаете... Звезды. Ага. Шла. Почему на грудь блестит? Бачу, ничего себе. А что это ты сделала? Это все натуральное. Это натуральное. Это все натуральное. Натурально. Дорогой, как ты находишь мою грудь? С трудом, дорогая. С трудом. Ой, и костюмы у балета новые, все пошили новые. Вообще класс. Как не бывает на солях никогда. Очевидно. Просто фраза, люди так
А, ты знаешь, мне она тоже нравится. Просто попа у них это не соразмерно. Забыла, что ты так потеешься? Ребята, меня интересует финал первого акта. Перед портретом, вот этот кусок. Перед музыкальной кусочкой. Второго акта. Когда все на сцене, я хочу что-то понять это сейчас. Барон Шатанев, ты умница! Уже наверное. А можно сидеть, да? Да это не письмо, это не тот момент. Ничего, я вас прощаю. Вас ждут с нетерпением. Счастливчик, я в ёмке костя. Давай, устанавливай уже его. Вот так и работает. Вот так. Кадр в кадре. Ага. Класс, кстати. Хороший эффект. Ты готов? Да, готов, да. Хочется, знаешь, чтобы там, чтобы с драйвом было. Выдать именно туда. Не, кстати, нормально, первый акт хорошо пошел. Надо, чтобы туда, куда надо, понимаешь, бывает такое. У меня даже фотоаппарат все эти самые, все петарды спалил. Да? Все три штуки, да. Мне говорили 50 на 50, может сработать, может нет, а я уже, знаешь, так. Ну нормально. Ой, Господи, ты уже начинаешь. Давай. Сейчас, готово, Игорь? Игорь, на месте? Ширма будет, да? Нет, там ширмы уже не будет. Просто туда к ней идете, да. С вашего выхода, Финелли, когда вы появляетесь с балетом. То есть вы я хочу понимать, а балет знает, когда появляется. Пожалуйста, упустите меня. Я вас уверяю. Уже ты в цель. Мисс Маппин. Все улажено, и вы продолжаете работать. Балет, вы уже с ним вышли. Клянусь святой Лукрецией. Что вы здесь стоите? Одну минуту, можно еще раз, чтобы балет появился? Потому что то, что вы стоите, это очень ценно. Но хотелось бы, чтобы вы вышли. Сердце не прикроет, Павел.
Спросите у любой женщины. Да, фирматы нету. Да, поехали еще раз, еще раз. Значит, мало характер нелегкий. Леся, иди сюда. Туда. Саша, и вот это когда? Завтра им разом. Когда припев. Когда мы влюблены, чтоб дело влюблены. И все сразу. Я уже. Поехали, песенка моряка. А то вот так танцует, так подбирала. А это там раз, там нормально. Хорошо быть рядом с вами. Мадам, но где мы будем праздновать свадьбу? В Париже или в Будапеште? А свадьбу мы будем праздновать здесь и сейчас. Сразу три свадьбы. Приглашайте артистов на выход. Нет, вы себе не представляете. Вы не можете ее знать. Мадам директриса, моя мать. Нет, постойте! Я хотел сказать, что я люблю цирк! Я с детства люблю, мечтаю о цирке! Цирк не снится по ночам! Я готовлю себя к цирковой карьере! Я умею жонглировать, крутить фокусы, показывать сальто! Ну, то есть наоборот, показывать фокусы, крутить сальто! А мама мне запрещает даже смотреть цирковые представления! Она хочет, чтобы я стал директором ресторана! Но сегодня она уехала в Бельгию!
симпатичный, так как насчет встречи? Не выйду. Почему? А мне тоже мама не разрешает. Но ведь я же нарушил мамин запрет. Ради цирка? И ради вас. Вы и цирк, понятие, неразделимы. Там, где вы, там и цирк. Там, где цирк, там и вы. Цирк волшебный мир чудес. Цирке я могу с небес снять, как сказ не узиван на виду. Я маме Oh,
Начало очень... Давайте еще раз стартанем. Укусите меня. Я вас уверяю, вы сразу станет легче. Все, пошел ты, Нелли. И вот с ними балет, с ним балет прямо вот так из кулисы. Правда? Я так благодарна. О, нет, я не ангел. Я деспот. Я готовлю вам новый номер, где вы будете прыгать через огненный круг. Потрясающе! Это будет сенсационный номер! Клянусь, я приду. Да-да. Цирк — это большая работа, это ежедневный большой труд, но только тогда придет успех. Представьте себе, маэстро взмахнул палочкой, музыка, свет, вы появляетесь на белой лошади, аплодисменты, лошадь делает галоп, вы делаете стойку на голове. Лошадь делает рысь, барабан делает тремоло, ап, вы делаете двойное сальто, и вся публика делает... Ах! Переход. Ну вот мы. Знаешь, на сцене и пошли. Атака. Следующий номер.